сколько, однако, веревочки не виться, а конец обязательно будет. И конец этот прибежал в штрафную гостей в образе Стогова, который, не то запугав, не то загипнотизировав Керимова, умудрился нанести из-под него совершенно нелогичный удар по воротам, ставший, однако, совершенно логичным воплощением игрового преимущества Арсенала. Сегодняшний ваш первый гол получился в некотором степени случайный, а вам как кажется? Случайных голов не бывает. Впрочем, о чем это я? Какой конец? Это было только начало. Уже через 2 минуты тот же Стогов умнейшим пасом вывел к воротам Яблонского, и Василий Александрович, накрутив по обыкновению немножко народу, наконец-то довел дело до удара. Как результат, 2-0 в пользу ревущих от восторга трибун. Сегодня вы забили гол в своем стиле. Так вот накрутили несколько человек. Тренеры не пытаются ломать этот стиль? Нет, наоборот, Григорьевич говорит, бери на себя игру. Если есть возможность, пространство тащи, все нормально. Когда до конца матча осталось менее 5 минут, дальний удар Зезина заставил вскочить с места трибуны еще раз. 3-0 – вполне заслуженная победа Арсенала. Впервые в этом сезоне смело можно сказать, что мы были на голову выше соперника.